Здравствуйте, с вами Екатерина, и я сегодня хочу поделиться опытом, как я проращиваю семена перца. Значит, у меня семена такие необычные. Я покупала перец краснодарский, красный, обычный, в Магните. Мы его скушали. Он полежал дней 5, наверное, вот так. Семена подсохли, это уже не один год испробовано. Перцы получаются, конечно, не такие, как в Магните, большие растут. Но, может, если бы я сажала в теплице, она у меня была, они такие были. В обычном открытом грунте мы всегда довольны, мясистые, вкусненькие. Вот, значит, что нам понадобится для этого? У меня в данном случае бумажное полотенце, можно брать просто обычную туалетную бумагу. Вот кусочек клеенки от этого же бумажного полотенца, купленное в Светофоре, по-моему. Что нам еще? Пшикалка нужна, вода и все. Очень просто. Схожесть семян чуть ли не 100%, ну, может быть, 90%. Потом ты сажаешь каждую семечку, она уже чуть ли не с корешком. Вот, и как бы всегда с перцами все хорошо и замечательно. Так, значит, что мы делаем? Складываем примерно вот по ширине нашей клееночки бумагу. Так. Теперь пшикаем это дело. Так, прям не жалея водички, чтобы хорошо все промочилось, семенам было комфортно. Берем наш перчик и просто вот в хаотическом порядке вот так рассыпаем. Я где-то на канале видела, там женщина, она прям очень загоняется по этому поводу. У меня никогда не хватает времени, я делаю все быстро, просто и без загонов. Она прям вот так по линеечке выкладывает перчики, семена, потом они дают корешки, она там высыпает земелькой, корешки, перчик прорастает, вот они у нее в пеленочках стоят, и потом она каждый перчик отдельно уже складывает. У меня на это не хватает ни сил, ни терпения, ни времени, я делаю все гораздо просто. Сколько у меня есть семян, я все это сюда высыпаю. Может, кто-то меня поругает. Ну да ладно. Уже работает, это проверено. Так, вот так мы высыпаем это дело. Равняем там примерно плюс-минус. Так, сюда вылезли мимо семечки. Можно еще пшикнуть. Аккуратненько вот так заворачиваем. Это называется проращивание в пеленках. Вот так заворачиваем. И у меня есть такая чудесная баночка. Кладем в баночку. Тут у меня уже, сейчас я вам с вами поделюсь своими проростками. Кладем баночку и в теплое место. Я вот так ставлю на батарею. Вот так оно у меня стоит. Дня 3, наверное. И потом, после этого всего, так, это не то я вам открыла. Вот это, наверное. Но это у меня уже не дня 3, это уже дней 5. Тут даже мхом немножко покрылось. Вот такая вот красота получается. Перчик пророс. Такой же был красный, болгарский, с Магнита купленный. Съеденная мякоть, а семечки остались. Вот так вот все, что получается у меня. Потом я этот перчик аккуратненько рассаживаю в рядочки. Но это я, наверное, попозже вам покажу, как я рассаживаю. Вот это перчик пеленки. Здесь у меня... О, росток, по-моему, появился. Так. Это мужу прислала его знакомая с Урала, да? Находка. А, с Находки. Вот это семена лимонника. Вот, видно, не видно, не знаю, появились белые росточки. Мы долго ждали, я переживала, муж попросил меня, говорит, прорасти мне эти семена.
Ты же там что-то как-то колдуешь. Ну и вот, колдовство мое, по-моему, подействовало. Будет у нас скоро лимонник. Тоже надо посадить. Наверное, пусть они еще денечек постоят, побольше прорастут. Так, и здесь у нас еще в другой пеленке. Ой, что-то с ними тут все плохо. Бархат амурский. Бархат амурский. Ну, что-то с ним вообще все плохо. Может, не так с ним надо было делать. Они были полностью семена в шкурке. Такие сильно засохшие. Вот, я некоторые здесь расчленила. Вот они, семена лежат, но что-то прорастать не хотят. Может, их надо еще перекисью попшикать, убрать вот эту всю кожуру и заново еще положить. Они 18-го года еще. Ну вот, 18-го года семена. Ну, будем проращивать. Будем пытаться. Вот. Всем спасибо. Пока-пока.